Дима, привет, я тебя только что видел. Ник. Блин, у меня же голова вспотела. Я так убегал долго, ребят. Это было реально классно и долго. Мне понравилось. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Чебузаврик, Васаби, Хомяк, Степан, Пика, Гусь, Санек, Радекс, пацаны, поздоровайтесь. Привет, всем привет, всем привет. Если пять игрушки, приятного аппетита, а у нас прятки в мире Майнкрафт. Погнали. Так, Серега, я тебе подсказывать, где кто? Не, я сам буду искать. Я тебе буду правду говорить. Это нечестно. Не, я буду подсказывать, смотри. Не врать будешь. Ребята, вот прямо сейчас, кто смотрит ролик, обязательно поставьте лайк, потому что каждый лайк добавляет плюс один к настроению. И обязательно подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. А не как все? Давай, Сережечка, я в тебя верю. Блин, тут столько комнат, ты, кстати, про... Ладно, не буду ничего говорить тебе. У нас столько... Он же не открывает двери, надо открывать двери. А дверь... А, да, двери открываются. Да. У нас топ-нуки, нас никто никогда не найдет. Согласен. Ну, увидят, вообще жирно, конечно, да? Но нас увидят, но никак не достанут. Достанет, ты Серегу не знаешь. Вы чё, я в самую маленькую щель в мире могу пролезть. Я жидкость. Это он терминатор, ты 900. Серега, может... Ты тысяча вообще-то. А, ты тысяча. Ну, ты 900, ты немножко предыдущая модель аниматроника. Устаревшая модель. Да. Это ты же прототип был. Потом уже сделали того челика. Серега... Старая модель, но все еще функционирует. Серега, может, мы тебя не знаем, но ты нас не знаешь. Да. Блин, вроде карта простая, а все за наколись так вообще не, да, Серега, никого не видно? Сейчас. Ну ничего, Серега, я знаю, что профессионал же Серега. Кстати, Серега напросился сам искать. Диман, что же должен был я искать? Ну, Диман, ничего. Ты за стул играешь? Да, я стул вонючий. Хомяк я... Степан. Ну, извини вас, Раби. Убил уже одного, да? Да, я уже убил. Ну, блин, хорошо. Серега, ты меня обидел, ты обещал меня первого убить. Ну ничего, значит, ты лучше запрятался. Правильно, что лучше. FNAF 4 из того же пилпака, что и я взял. Да. Ребята, кто хочет с нами записывать классные веселые ролики, заходите в наш Discord. Ссылочка где? В описании. Совершенно верно. Заходите и угорайте. Правильно. И можно пообщаться. Каждый день с ним общаемся, веселимся и просто хорошо проводим время. Блин, да где все заныкались? Я вообще никого не вижу. Самое главное, это не упасть с этой нити и не спалиться. Вот ты, Серега, главное. Хоть кого-то видишь? Сейчас, Дима, я вот одного нашел, еще осталось это человек. Че, 6 человек всего, подумаешь. Чуть-чуть, совсем. Рядом с ним находимся. Этого я нашел. Блин, а где же они стучат? Если они туда залетели, я не могу туда залезть, я буду вынужден использовать ноутбук клип. Совершенно верно, Серега, можешь. Туда можно... Нет. А телепортироваться можно тебе, Серега? Не, я не могу ни телепортироваться, ни прыгать. Серега, куда они залезли, туда можно без телепорта попасть. А, да, кстати, Серега, да, они по-честному забрались туда. Но это очень сложно, там реально сложно. И Сереге говоришь сложно, хоть не смеши. Кстати, да, не смеши. Даже я мне не это могу говорит. Прыгать, я не могу прыгать. Да, ну пусть будет так. Ой-ой-ой, пацаны, ой-ой-ой, кто-то к вам приближает. Серега, как это называется? Срядил, да? Да, блин, мне нравится, что Серега срядил. Ну что, пацаны, Миша, Вета, Серега, все фигня, давай по новой. За это тебе денег никто не даст. А мне интересно, где Дима? А где второй аниматроник? Что Серега один ищет? Кстати, второй принял ислам, Дима. А все. Он молится, что ли? Нового года не будет. Да, он это, на коврик сел и так, молится. Так, ну что, Серега, сейчас ты упадешь, это будет угар. Он молится, господи, на Серегу, чтобы он всех вместо него убил. Так, особенно, Сережечка, лучше осторожно. Встань, то так тебя не смогут убить, сразу говорю. Так, а что ему тут делать? Давай попробуем проверить. Вот так, значит. Ты ж дрожь, Пика, меня. А эти аниматроники не прыгают на пробел? Нет, они вообще не прыгают, Дима. Короче, рахиты, да? Да. Радекс, тебя видно.
Ладно, кстати, да, видно, видно, видно челика. Ну пока не говори Сереге. Не, не буду, не буду. Может, Серега его все-таки увидит сам. А почему тут на крыше лодка? Лично. Так должно быть, это пасхалка с той карты. Круто. Что надо? Эту лодку можно было скинуть, типа, в аквапарк, вот сюда, вот в бассейн, и плавать на ней. Круто. Так там вроде была другая лодка. Так что, ребята, давайте 3000 лайков, и мы запишем на оригинальной карте, которая именно сделана на Source. А чё не 4? Ну, не это тоже на Source, но просто не в стиле Майнкрафт. Вот так вот сказать. Дим, чё так мало? Очнулся. Дим, чё так мало? Давай 5000. Ну, да, нет, 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 я знаю, что прости, многие не хотят ставить мне лайки, видишь, смотрят десятки миллионов просмотров, а лайков ставят мало. Вот такие вот подписчики не хотят ставить лайки мне, спасибо. И колокольчик не жмякают. Ну вот спасибо вам вот всем. Вот я так плакаю каждую ночь. О, Серега, здорово! Вы что, все-таки встретились? Да? Да, мы встретились. Привет, вижу, Серега. вижу челика, Серега, ты видишь его? Как он туда залез? Да, аккуратно. Есть, Сережечка, давай, Серега, я болею за тебя. Он спрыгнул. Сюда можно без ноуклипа попасть, ты чего? А, кстати, да, Серега, без ноуклипа. Это было нечестно. А как бы я туда без ноуклипа? А вот оттуда сверху, как ты был, и по бортикам. Надо быстрее найти новую ноуклипу. А я прыгать же не могу, забыл, что ли? А там можно без прыжков пройти, мы без прыжков это все прошли. Блин, Серега. Ну прыжки, ну за это все равно ты не поймал никого. А вот сейчас заново, забирайте заново туда, пацаны, залетайте туда. О, можно лететь? Да не, залетайте, заходите, имею в виду туда. А я-то думал. Дима, эти аниматроники, за которых мы играем, они рахитные, они медленные. А кого взять можно? Давай, может, из FNAF 4 обычного. Так там они на расстоянии бьют, ты можешь через всю карту прицелиться и убить. Да, если бы не на расстоянии били, и можно было, так и ты сейчас можешь прицелиться. Меня. Серега, не трогай меня, не надо. О, васаби, привет. Не, ну может, ну, у нас еще какие-то аниматроники, которые в притирку убивают, но я не знаю. Сейчас. Вот бы я сейчас... Так, пацаны идут, ну они, блин, стрёмные вообще. Да, они стрёмные еще все. Поймёшь, от Кэндис возьму. О, давай, Серега, согласен, это будет по... О, пошел, он прыгает же на пробел. Не, он зато... Не, какой-то они прыгает. Five Nights at Candy's какой-то. Они бегают. Они бегают. Они еще и прыгают. Они бегают. Они... Убил? Не, они бегают, да. Три аниматроника. Чебозаврик, что ты там делаешь на крыше? Отлично, отлично, Сережечка бежит. Так, лавочки чекают, пусто. Вы можете попасть, там есть другие. Вот он издевается, он это не дает. Вот намекает нам, иди через другой путь. Да, чтобы было тебе сложнее. Совершенно верно. Ну это специально, Серег. Я эти вас всех люблю. Как я тут без пробила залез? Блин, ну какой-то прыгает. В FNAF от Candy's какие-то прыгали, я вроде видел. Вас опять тебя убили? Нет. Понятно. Сейчас Серега упадет, смотрите. Нет, не падает. Это очень хорошо. А я летаю за классный стул. Уйди, Серега, посиди, отдохни немножко. Дима, ты что-то расслабился, походу, я пойду искать. Ты упал. А я специально пошел тебя искать. А, ты же думаешь, где я заныкался, да? Да, я примерно могу предполагать, где ты обычно. Ну блин, ну да, ты можешь такое. А где обычно прячешься, ну-ка? В туалете. Эй, а что там в туалете? Ладно, в унитазе это смылся. Да? Я не умру в туалете. Или ты... Дима, это просто собака по тебе. Так, Сережа. Убил еще одного? Я Диму нашел. Где он? Нельзя говорить, кто скажет, тот конченый. Ты можешь в центр пролететь? Я хочу увидеть. Серега! Это шутка. Серега, отвали! О, нашли. Иди сюда. Да какой я залез сюда честным путем? Ты сам на ноутбуке. Да нет. Да я честный игрок на планете. Да Сережа. Да ну Сережа, ну пожалуйста. Беги, беги. Расслабился, видите. Вижу Диму, вижу. Погоди-ка. А ты куда? Ну не палите, пожалуйста, я же добрый. Не палю.
Нет. Запалим тебя. Я побежал, короче, давайте так, я буду бежать очень быстро, и Серега, если постоянно будет в пути, он не сможет меня догонять, надо просто быстро-быстро бежать. Ты не бегаешь, ты спрятался где-то под водой, он под водой тут спрятался где-то. Мне ж интересно, я сейчас посмотрю. Да нет у меня нигде. Смотрите, он притих, он притих. Ха-ха-ха, ребята, моя любимая нычка. Возможно, он, да, куда ты сейчас пошел? Говорю, ты спрятался. А ну я хочу посмотреть со стороны, мне видно? Так, меня видно, я под текстуру не пролез, четко видно вообще. Она в клипе. Короче, пацаны, давайте сделаем веселье. Давайте все, кто заныкался, выходим и тупо начинаем бегать по карте. Готовы? Кто не остановит? Все, я выхожу, я выхожу. Ну что, Серега? Давай! Я ж тебя... Давай, мне становиться аниматроником, подожди. Вон, да, становись аниматроником. Ну, ты глухой, ой, я что, я дышу? О, гусь. Отлично. Я вот в WhatsApp нашел. Он рядом со мной. Он рядом со мной. Ну, вот это да, вот это ориентир. Он рядом. Отвали! Отвали, блин, ребят, это очень стрёмно, он за ним бежит. Отвали, горимый. Ой, извиняюсь. Вика, ты слепой. Ой, нет, не слепой. Блин, ребятушки. Вы что, вы вышли все? Да. Я тоже вышел. Нет, ну, Васаби только остался. Дима, вы что, неголимые? Нет, я прыгаю, ты чё? Пика, я тебя убегаю. Я вот гранаты кидаю. Да, вот, Дима, вижу. Убегал. А где ты, где ты? Давай встретимся. Я вижу Диму и этого. Ах вы, вот вы. Где он? На, гранаты. Вижу, за ними. Так, бежит за мной. Сережка, это ты? Нет. И ты? Дима, только... Нет, я котенок. Дим, только... Дим, только попробуй в припрыжку убегать. Мы, это, ты будешь... Да, давлите! Блин, это жесть, как стрёмно, отвали! Блин, руки и ноги аж поджались у меня от страха. Они наверх пошли, вот в ту мыку, вот говно. Да враньё! Дима на спавне. Ладно, я буду убежать просто спокойно и равномерно. Блин, встретил, это жесть! Аж запершило в горле! Да успокойтесь, мужики, вы чё ко мне прицепились? Вы вообще бешеные, да? Говно! Кто там летающего взял? Он меня не видит! Ой, Серега. Отлично, ребята! Я бегу! Серега, отстань! Да отвалите! Где ты Серегу увидел? Он там снизу бегает. Отлично, ребята. Тащим. А вот это у нас тут же что творится, они не могут попасть. А знаете, почему сложно попасть? Очень маленький скин. Скин маленький и сложно. Дима, ничего. Дима, ты не умничай, ты сейчас вот это допрыгиваешь. Это ты, Серега, за мной летаешь? Дима, беги, я придумал, короче. Я не верю. Я красиво убегаю, пацаны, согласитесь, профи? Ну ты как собака прыгаешь. Так я же так за собаку играю. Меня просто взяли отлично. Там васаби упал. Спасибо, ребята, ну что? Кто значит играет профессионал? Что я могу сказать? Это надо уметь. Дима, привет, я тебя только что видел. Ник. Блин, я же голова вспотела, я так убегал долго, ребят, это было реально классно и долго, мне понравилось. А кто еще живой? Васаби живой и все вроде. Нет, я еще живой. Радость видит. Он рядом с тобой. Так, хорошо, пацаны, я не хотел вас убивать сразу, но придется. Ой, сорян. А где нас Кэндис? Я уже что-то их потерял. Вот это облава, беги. Нашел. Обходим. Здорово, Серега. Там хомяк, пока. Так, побыстрее что-то. Васаби, тебе сейчас пипец будет. Все, я нашел тот, кто убьет его. Че, пацаны, где он? Плавает? Хорошо, не пали меня. Он плавает, хорошо плавает, понял. Как говно по трубам. Так и есть. Говно. А, так я его говно... вижу, вот он бежит. Говно не тонет, Дима! Щенок, ты проиграешь, я ж тебя вижу. Зачем вы меня бьете? Вот он. Спать! Да в смысле? Васаби не умирает. Лови его, Дима. Как я его не убил, я удивляюсь.
Не, он далеко тебя. Ну я хоть убью этого челюпизника, же ж должен. Пойдешь. Все. Жесть. Подлец такой. У меня осталось 2 миллиона, ой, 291 тысяч. Походи, он, я его потерял. А я дверь закрыл, я дверь закрыл, он где-то здесь, Дима. Где? Есть! Ты что думал, хитрый самый? А я думал, блин, он был в ящиках, больше его не... Всех убили! Убил Васаби, Васаби убил. Все, всех убили. Ну что, ПВП, каждый сам за себя. 3, 2, 1, началой. Началось. Кто умер от тревера первый, тот лох. Так, чё, никого не вижу? Почему никого не убьем? Мы не можем убить. Ну, я не знаю, почему вы, пацаны, не хотите умираться. Твоя рука жопа по себе попасть не может. Иди, иди сюда, мой белый хлебушек. А у тебя жизни много, я не могу его убить. Жизни много. Ты сейчас пожалеешь, что ты сделаешь со мной. Я не убил бы его никогда. А вот так сделать, да? Смотрел ролики Димы и точно знал, что он должен быть из скелетона. Да? Ты лох. Да. Ну в какой-то степени что-то есть. Ну да, да, все. А у меня, кстати, жизни вылечили много, у меня осталось всего 5000. Если понравилась эта серия, и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения, и посмотрим мои ролики еще. Серега, где взрыв? Ой, я же испугался, где взрыв? Вот он. Вот он.